Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Detol, и мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя Легенды. Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым. Ребята, всем привет! Срочно поставьте лайк и досмотрите это видео до конца, потому что в этом видосике будут именно ваши составы. Играем за составы наших подписчиков. И, конечно же, мы играем на нашем топовом аккаунте с полной прокачанной подпиской Додзе, а также на этом аккаунте есть все персонажи, все сотового уровня, платиновые и полностью прокачаны. Кто хочет себе такой же аккаунт, прокачать его на максимум, пишите нашему подписчику, ссылочка есть в описании к этому видео. Говорите, что от команды Detol вам будет бонус, количество бонусов, естественно, ограничено. Так что, ребята, быстрее, скорее пишите, ссылка в описании, и наслаждайтесь игрой так же, как и мы. Ну а мы отправляемся в турнирную арену, в Лигу Мастеров. Как всегда, команда Detol на первом месте, и сейчас мы возьмем первый состав от нашего подписчика, то это Счастливчик. Так, а это подписчик Ничего написано с восклицательным знаком, вот такой вот интересный никнейм, и здесь у нас команда Загадка. Все сделал, подписался, лайк поставил, поделился, красавчик. Так, у нас Ассасин в синем. Ассасин в синем? Мегалодон из космоса, есть такой у нас. И так. Халк с когтями. Ну, наверное. Халк с когтями. Ну, это у нас супер Шреддер. Ассасин с синим, но. Наверное... О, у нас есть здесь подсказки. Это скрытый так. Лео. А скрытый Лео это Лео у нас из леса. Изведение. Да, изведение. Вот он у нас, ребята. Да, погнали. Вот, отлично. Погнали в бой. Кто хочет попасть в видосик, ребята, все очень просто. Поделитесь, ссылочка поделиться есть прямо под видосом. Поставьте лайк и напишите три персонажа столбик, а лучше три загадочки в комментариях, ребята. И мы обязательно будем разгадывать, потому что вы попадете в видео. Так, ну что же, у нас, смотри, здесь кошечка есть, давай с нее начинайте, прям хорошую мощную атаку от Лео, заряжаем. Да, вот так вот постепенно урон, и я думаю, наш Халк с когтями добьет ее. Халк с когтями, интересно. Это интересное название, да, конечно. Это было круто. Так, давай Рафа изведение будем атаковать мощной атакой, потому что он у нас здесь супер сильный противник, у него крутые атаки мощные, давай. Массовые. И мы вот так вот на 8000. И 800, да, на 8000 практически. Сенсей активирует способность своих союзников. И теперь Раф будет атаковать массовая атака. Эх, вот такая массовая атака. Но, кстати, слабовато он что-то атаковал. Не хватило у него силенок против таких мощных ребят. Особенно ассасин. Синий ассасин, ты представляешь? Кстати, вот это... давай добиваем уже этим ассасином. Да. И теперь Бонис получает нас от Супер Шреддера. Когтями. Да, вот так вот скорость ему понизили. Кусанем армагончиком, постепенно урон здесь залетает. И сенсейчик берет пальцами своими. А, блокирует способности. Ничего себе ты какой. Интересно. Так, опа, постепенно урон, я думаю, добьет. И Дони, смотри, защиту повышает у всех. И да. Атаку опять. Шреддера, да? Опять повышает защиту. Сколько ее можно повышать? Да, кусанем его за это. Прям на 2800. Хорош. Минус так, Дони. Дони ушел уже. Уже да. Мы потеряли его. Покинул нас, ребятки. И давайте стрелы летят в Дони, в обычного. Супер Шреддер добьет его, я верю в него. Нет, защита. Не мощности. Да, Армагон, защита. Армагон поставил точку в этой битве. И теперь, не знаю, можно... Да, даже да. Такое так. Блокировочку хила, ребята, активируем. Вот так вот, чтобы знал. Контратака не срабатывает. Массовую атаку от Супер Шреддера, нашего синего... шипастого Халка, и вот так вот. Круто. Отлично, победа. Ребята, первая победа. Круто. Движемся дальше. И следующий составчик у нас от Бравлер Вэлл. Бравлер Вэлл, тебе лайк и сердечко. Мой состав загадочка тоже. Ничего себе. Крутяк. Так, Бравлер, сейчас. Да? Слушай, у нас здесь почему-то пошли в ход скрытый Лео, скрытый Раф и скрытый Дони. Это загадки такие? Это типа ну, изведение? Ну, наверное, да, изведение, получается, они. А почему они скрыты? Скрытые, я не пойму. Причем второй раз так получается, да, уже у нас? Да. Круто, может, мы когда-то говорили, что они скрытые? Ты ролевичка взял только, Дони. Ой, ролевичка, да-да-да. Изведение надо. Так, Лео вот был, скрытый так, Лео. Так, Рафик. Да что они все попадают? Отстань, пучеглазик. И майки, получается, да, у нас? Отлично. А, нет, Дони, да, Дони, Дони нужен. А, Дони, изведение. Так, а Дони мощный, изведение, кстати говоря, подожди, у которого ну, дэмэдж дилер. Дони изведение, да, наш, в маске Дони. Вот он. Вот он. Тоже отлично. Скрытый. А, ну они все, видишь, эти в капюшонах, типа, а этот в маске, получается. И поэтому они скрытые. Ну да, получается, такие они. Скрытные.
Бравлер, тебе, конечно, лайк и сердечко, ребят, кто хочет попасть в видео, обязательно пишите ваши загадочки в комментариях. Не забывайте, что нужно подписаться и лайк поставить, чтобы попасть в видосик. А мы погнали. Так, что у нас Лео первый атакует, и давай по Рафу, наверное. По Рафу? Да. Вот он у нас Рафи, да, получается? Да. Погнали. Рафи, получай-ка, и двойную атаку активируем. Сразу же сходу, чтобы все по два раза атаковали. Ну-ка. Ура, хорошо, у всех активировалось. О, а он уклонение всем повесил, прикинь. Гека, смотри, массовую атаку. Жалко, у нас нету контратаки. И добиваем, конечно же, Рафа. Да, команда у нас очень хорошая. Мощный дамаг-дилер, огненный Раф и, конечно же, Лео-лучник. Защита, так. Смотри, уклонение, защита, это прям... Используют, что такое-то? Атака? Ох, ничего, это что он сделал такое? Уклонение повысил, да, я так понимаю? Он двойную атаку у нас снял, он бафы у нас снял все. Офигеть, вот эта способность, ребята. Слушай, а что мы эту способность не юзали никогда? Вот это поворот. Да, круто. Ладно. Так, ну что же, давай атаковать типа Леонардо, 2200 и еще одна атака, может, постепенно? Нет. Слушай, что-то мы в очень неприятной ситуации. У них и защита, и уклонение, еще и скорость. Ого! Да, у них куча положительных бафов на самом деле, а у нас что-то поэтому... Дело как-то все очень плохо. Да, у нас половина хелсов у Дони, вот что меня настораживает. Так, холодильник бабушки, да еще, да куда ты, Раф, топишь и топишь прям против нас мощно. Молодец, а мы отправляемся дальше. Так, и как у нас следующий состав, и кто же этот счастливчик? Так, а это у нас Никита Братенков. Никита, тебе лайк и сердечко. Привет, команде Толл. Первый раз пишу состав. Ты представляешь, первый раз написал состав и сразу попал в видос. Вот это совпадение. Вот это фартануло. Так реально, у нас ребят некоторые долго пытаются попасть, а вот тебе прям очень повезло. Так, самое главное, что подписался, лайк поставил, поделился, колокольчик прожал, все сделал. Вообще просто супер шреддер, шреддер и шреддер классик. У нас три шреддера, ребята, на закусочку остались сегодня. Вот такой вот интересный состав. И состав, кстати, называется «Предводители клан Фуд». Вот так вот, видишь, как вот круто. Вот так вот. Все шреддеры, которые только есть, мы их берем. Не хватало бы еще какого-нибудь, конечно, четвертого, например, или пятого. Да, супер-пупер шреддера. Супер-пупер шреддер, просто максимально мощный игрок. Точнее, не игрок. Не, ну можно было персонаж. Добавить Шреддера, который вот появился потом уже после перерождения. Ужасный вот этот. Фу. О, а типа Кваркус, типа так, или как он? Да, 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 да. Каваксас. Каваксас, да, да, да. Ну, типа я. Ну, Каваксас, ты понял. Демон какой-то, да, а да, да. Он возродил Шреддера, так. Такого стрёма. Ребята, не забывайте, чтобы в видосик попасть, нужно обязательно поделиться видосиком этим, ну, со своими друзьями в соцсетях, естественно. Поставить лайк и написать три персонажа в столбик в комментариях, либо три загадочки, что лучше, кстати говоря, сделать. Напишите загадки, а мы разгадаем все загадки уже в следующих видео, потому что вы попадете обязательно в них. Все верно, так что пишите, ребята. Так, у нас минус Донни волшебник, который у нас хиллер, и пойдет Раф у нас тоже следующим за ним, потому что он мощный у нас, а когти у нас тоже мощные. 400, и смотри, Майки, что творит, а? Да он в любом случае бы потанцевал, мы бы не успели его добить, и поэтому я думаю, что Раф здесь более приоритетная цель. Ну-ка, ну-ка. Смотрим, Раф атакует и... Ничего. Что-то вообще в никуда ушел. Ничего, ребята, просто ничего не нанес, и это хорошо. Мы будем дольше жить. Так, ну что, давайте кританем. Кританем или нет? Давай. Нет, да. Не кританули. Ну, вот здесь добьем. И супершеддер добьет наконец. На самом деле, состав вроде кажется и сильный, но может очень быстро пострадать. Там запас здоровья не такой большой у шреддеров. Да, у шреддеров очень такой слабоватый запас, но вот обычная атака от классического хороша, постепенный урон принесла сразу же. Ну, у супершреддера, наверное, больше всех хелсов здесь. Максимально так большой запас. Ну, так, у нас и получается... Ну, 3500, очень хорошо, Донни атакует, промахивается. Да, ну видишь, у нас получается меньше всех запас здоровья у нашего обычного шреддера, но у него есть хилка. Но хилку, ребята, мы в этих боях не используем, так же, как и массовые атаки. Потому что это очень дисбалансит. Ну, прям очень сильные, да, мощные слишком атаки. Было легко нам, поэтому мы этого не делаем. Да, подхилиться всегда можем, и массовые атаки 2-3 штучки кинули все сразу. Отправились отдыхать. Ну и такое себе. Вот массовая атака, когда что, один остался. Атака, правда, да. На контратаку нарываемся. Но да, тут ничего страшного, мне кажется. Вообще нормально. Согласен. И... Обычную. Не, обычную атаку, в принципе.
О, постепенный урон. Кстати, а, контратака либо была. Либо постепенный, либо просто шредер добьет. Ну давай, полет шмеля, кстати говоря, мы его и не использовали почему-то, что-то не было у нас возможности, что ли. И вот такая победа, ребята, и шредера, три мощных шредера сегодня победили. Ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь этим видео и не забывайте писать ваши загадки в комментариях. Давайте больше загадок, ребята. Погнали, ребята, с вами была команда Detail, до новых встреч, новых видео, пока! Пока!